Так, третий заход, Сатурн, 18 июня 2019 год, Харьков, час 56 по Киеву. Ты посмотри, даже дымка не мешает. Ну, то есть она явно мешает, но визуально это незаметно, по крайней мере на маленьком экране фотоаппарата. Сейчас попытаемся коротенькую съемку сделать. И Луну, и Сатурн, и Юпитер за один заход снять. 1 360 000 000 километров сейчас до Сатурна. До Луны 390 тысяч километров. Где Луна? Сейчас найдем. Вот Луна. Да, на таких увеличениях играться приходится. Даже не с ручкой штатива, а просто перемещая одну из ног треноги. Так, ладно, у нас Юпитер прячется. Забашенный кран. Пойдем мы попытаемся его поймать напоследок. Чуть-чуть не туда. Юпитер вижу, спутники должны сейчас обозначиться. Ну да, вон справа. Ио. От Юпитера, а слева. Видна Европа, Ганимед. И не виден Каллиста. Да, уже в пике развернулся к горизонту. О, а вот тебе и строительный кран. Все, поехали к Луне.
В 10 часов луна была замечательного оранжевого оттенка. Сейчас она более привычного цвета. И остается нам надеяться, что помимо вчерашних съемок, позавчерашнее сближение Юпитера и Луны на 1 градус, на расстоянии 1 угловой градус, также получится сближение снять Сатурна с Луной, уже не полной, к сожалению, 19 июня, то бишь завтра. Ёльки-моталики, тут я доснимался. Да, 18 июня 2019 год, 2:02 по Киеву. Это уже завтра. Потрясающе. А сейчас Юпитер далеченько. То есть Юпитер, Сатурн. Ну, живность к нам какая-то пришла. Ёжик ни головы, ни ножек. Не бойся, маленький. Иди на Луну посмотри. Так, все. 18 июня 2019 год, Харьков. 2:03 по Киеву. 50-я параллель северной широты.